Какими особыми знаниями должен обладать современный полицейский? Какие требования предъявляются к кандидатам при приеме на службу в органы внутренних дел? Куда нужно обратиться, если вы решили служить в полиции? Смотрите программу «Город С» 18 июля в 18:15. Гость в студии – начальник отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Самаре Сергей Устюгов.